здравии, вы на моем канале. YouTube убивает каналы авторов, придумывая все новые и новые глупости и ограничения, называя их новыми правилами. По надуманным причинам, отключив монетизацию на каналах, YouTube в то же время в своих новых правилах вводит пункт, по которому закрепляет за собой право показывать рекламу даже на отключенных от монетизации каналах, тем самым забирая себе все 100% доходов. Я бы не стал поднимать эту тему, если бы не одно «но». Многие авторы проделывают громадную работу для создания контента, тратят все свое свободное время на ресурсы и на создание роликов. И все, что они могли бы получить за свои труды, кроме благодарных подписчиков, это те несколько центов, которые YouTube с барского плеча отдавал авторам. Но теперь и это в прошлом. А ведь автор накапливал все эти копейки для того, чтобы купить банально оборудование, которое обеспечит выпуск хорошего контента. Или компа, или чего-то еще. Мои подписчики не дадут солгать, если я скажу, что никогда ни у кого не просил финансовую помощь, а всегда старался довольствоваться тем, что набежит за счет показов рекламы. Все бы ничего, если бы на этом беды заканчивались. Теперь легко словить страйк или даже бан, если в ролике даже на началах добросовестного использования поставить кусочек чужого видео. И ведь службу поддержки ничего не докажешь, они тупо непробиваемы. В связи с этим многие авторы массово стали уходить на другие платформы. Я также решил эмигрировать отсюда. Выбрал площадки, на которые есть более или менее лояльное отношение к авторам. Все ссылки на платформы, где я нахожусь, в описании. Здесь или на автомате буду выкладывать ролики, или буду делать анонсы роликов, еще не решил. Но основную деятельность я буду разворачивать там, а точнее моя основная платформа пока что будет Яндекс.Дзен. Всех приглашаю подписываться на мой канал в Дзене, спасибо за внимание и до новых встреч.